Сегодня мы пришли в такой магазин, который называется WIC, Women's Infants and Children, и он позволяет родителям, у которых дети до 5 лет, получать продукты питания первой необходимости, такие как макароны, крупы, рис, фрукты, картошечка, бананы и такие вот продукты питания. И даже каждый день дают такой вот подарок. Одна картошка бесплатно будет. Можно взять еще на $1 что-нибудь. Каждый месяц дают примерно 17-18 долларов в месяц. На доллар что можно еще взять? Что ты хочешь на доллар? Давай груши такие возьмем. Хочешь? Нет, давай. Давай. Ананасик? Да. Ананасик $1.50. Ну, если хочешь, возьми его. Возьму. Давай тогда вместо этого возьмем ананасик, хорошо? Ананас. Такие вот чеки, в каждом чеке написано. Чек на молоко, на йогурт. Дюжину яиц, сыр, такие вот чеки выдаются. Хороший магазин. Сюда мы